Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор второго заказа из каталога Oriflame номер 14. Заказ на 125 баллов, и самое долгожданное, та-дам, я получила подарок, который можно было получить только по акции. Нужно было быть активным спонсором и 3 каталога подряд регистрировать по 2 активных новичка, которые проходили бы первый шаг стартовой программы. За каждый период шел очень крутой набор в подарок, а завершение вот такой вот шикарный мультистайлер Равента. Его стоимость, кстати, я посмотрела на сайте, 4000 рублей, а он мне пришел подарок абсолютно бесплатно. И почему я так особенно радуюсь? Потому что я хотела купить такую штуку и уже присматривала себе в интернете. Хорошо, не успела купить, увидела, что будет акция такая, и сразу решила, что я в акции поучаствую. Здесь целых 5 насадок, начиная от самой простой вот такой вот насадки для того, чтобы просто сушить волосы, и различные расчески. И самое главное, это вот эта база. Сейчас я вам все покажу. Напишите, пожалуйста, кто тоже получил такой подарок себе. Будет очень приятно видеть единомышленников. Вот такая база. Тут скорости переключаются. И к ней крепится любая из насадок, та, которая нужна. Можно закрепить такую щетку. У него мягкие щетинки, вот она мне больше всего нравится. Я еще, правда, не пробовала, буду скоро тестить и, может, даже видео запишу. То есть это просто прядка запускается между вот эти щипцы, сжимаются и просто прочесывается. А отсюда выходит теплый воздух, именно той температуры, которую мы выбираем, использует этот вот переключатель. Круто! Есть супер насадка для того, чтобы сделать объем волосам, то есть поднять волосы вверх. Вот такая вот крутая насадочка. Я все попробую и расскажу вам уже потом свои впечатления, потому что это просто вау, крутой подарочек. Я очень люблю Oriflame, потому что Oriflame исполняет наши мечты. Итак, смотрим, что же в заказе. Очень много под заказ, и кое-что я взяла для себя. Под заказ мужской аромат Venture Beyond. Ну, надеюсь, я правильно прочитала. Только начала учить английский ради вас, чтобы правильно произносить все слова. Это вкусный мужской аромат. Кстати, всегда говорю, не смотрите на цену, потому что, может быть, аромат и недорогой в сравнении с другими, а он очень круто пахнет, и мужские ароматы обладают высокой стойкостью. А второй аромат тоже под заказ, Excite Force. Тоже заказали. Кстати, это заказала девушка для своего мужчины, а это заказал мужчина сам, выбирал. И он очень оригинально выбирал, он мне сказал, а какой тебе нравится аромат? Я говорю, мне нравится вот этот, он вот его и закажи. Даже не понадобились пробники. Так, далее в заказе омега-3, это детская омега, но ее также можно пить и взрослым, даже рекомендуется пить взрослым. Я даже себе несколько раз заказывала такие флакончики, и зимой обязательно повторю, потому что омеги много не бывает, ее особо, да, нехватка, дефицит. Так вот, это третий шаг, а четвертый приходит в подарок. Это заказывает моя подруга для своего сыночка. И, конечно, выгодно один, второй, третий за денежки, а четвертый получить бесплатно. И если раскидать эти деньги на все 4, то получается достаточно приличная скидка. Это масло с авокадо. Его можно использовать для волос, как маску для волос. Особенно сухие волосы просто балдеют от этого масла. Его можно использовать как массажное масло, принимать с ним ванную, делать ванночку для ног, для рук, для маникюра, ну, чтобы сделать потом маникюр. Это просто фантастическое масло, у него приятный аромат такой авокадный. И, ну, оно просто настолько экономичное. Я покупала такое масло, когда оно только вышло, оно у нас до сих пор еще есть. И в основном мы его используем для волос. Так, далее. Я как тот запасливый хомяк по максимуму взяла в заказе все наборы, которые сейчас идут по акции. То есть вот такой набор. Он состоит из 2 продуктов. Крем для душа и крем для тела. То есть он и для лица, и для тела идет. С черникой. Черника – это прекрасный антиоксидант. И эта коллекция разработана с учетом
холодов, то что она будет защищать кожу, увлажнять ее, заботиться. Я взяла первый, когда набор, сразу открыла, и в первый же день я испытала бомбические просто впечатления. Мне понравился крем для душа. Он, ну, во-первых, мне нравится дизайн, этот цвет очень приятный, но самое главное – это начинка. И начинка мне очень понравилась, классный крем для душа, а вот крем для тела у меня уже практически заканчивается, он уже пойдет в этом каталоге в пустые баночки. Посмотрите, какой красивый новогодний дизайн, то есть уже тут снежинки падают, и ягодки, вот это как веночки новогодние составляют из ягод и листиков. Поэтому я взяла по максимуму, получилось 7 наборов, представляете? 3 набора у меня заказали, 4 я сейчас положу в заначку. Во-первых, я сама буду пользоваться, во-вторых, сейчас начнется. А что у тебя есть подешевле к Новому году на подарки? Я уже просто знаю своих клиентов, своих друзей. Сейчас начнется вот этот ажиотаж, беготня, а что купить, что подешевле, как это все красивенько сделать, и чтобы это было и нарядненько, и приятно, и нужное, потому что сейчас уже не так актуально дарить сувениры, мышек, да, там полотенчики, статуэтки с мышками, на самом деле это уже всем как бы поднадоело, и люди хотят подарить и получить в подарок что-то, то, что будет нужно и полезно. То есть, как говорится, что ты хочешь получить в подарок, то и дари людям. Вы же не хотите получить 35 статуэток с мышками, правильно? Или там 35 шоколадок. Нет, я как бы, я друзьям говорю, только шоколадки не дарите, потому что я стараюсь сладкое не есть, а вы меня губите, потому что устоять против сладкого очень трудно. Поэтому лучший подарок – это вот такой набор. Кстати, идея. Можно взять набор, он стоит всего 199 рублей по акции, и разделить его напополам. То есть одному человеку подарить баночку с кремом для тела, а другому вот такой флакончик для душа. Никто не узнает, что это набор, какая разница. Главное, что это подарок, и мы укладываемся даже в 100 рублей. То есть вместе с упаковкой. Далее в заказе у меня мои любимые мыла. Почему-то я люблю именно эту серию Love Nature. Кокосовая вода и дыня – это мой просто любимый фаворит. И мне также нравится клубника и лайм. Но вот этот все-таки номер один, поэтому этих 3 кусочка, этих 2. У меня есть клиенты, которые таким образом поступают. Они могут прийти и просто забрать у меня 10-15 кусков мыла. То есть забрать всю мою заначку. У меня обычно разные мыльца, все в коробочке в одной. Потому что я их люблю... Ну, не постоянно одним пользоваться, а чередовать. И просто в раз, у меня вот недавно забрали всю коробочку, и теперь я восполняю запасы. Так, это под заказ, вот такая маленькая кисточка для подводки. Кстати, она очень прикольная, она изогнутая, ей действительно очень удобно красить стрелочки. Обратите на нее внимание, это маленькая кисточка, которая действительно прям вот, ну, она классная. Я сама ей пользуюсь. Так, далее, 2 зубные пасты. Защитная паста, одна под заказ, одна себе, потому что тоже паста прям... Вот у меня просто недавно была клиентка в гостях, она забрала у меня так много из того, чем мы сами пользуемся. И я считаю, что это классно, когда человек приходит, да, и он может взять сразу и уйти. Поэтому я зачастую домой к себе приглашаю, открываю свой склад и разрешаю его раздербанить. Так, а здесь 3 туши. 3 туши с эффектом накладных ресниц. Кстати, я зачастую стала изменять мои любимые туши 5 в 1 именно с этой тушью. Обратите внимание на нее. Она в этом каталоге идет с большой скидкой. По-моему, 229 рублей цена каталога. Это хорошая скидка. Но эта тушь мне нравится тем, что мне кажется, в ней больше начинки, чем тушь 5 в 1. Потому что мне кажется, в последнее время беру тушь 5 в 1, и она моментально заканчивается. Конечно, мне безумно нравится эта кисточка, эта текстура. Все, но... Хочется, чтобы тушь служила 2 месяца. Мне нужна тушь на 2, ну максимум на 3 месяца. Потом я ее в любом случае выкидываю, потому что уже не рекомендуется пользоваться тушью дольше, потому что в ней заводятся микроорганизмы. Потому что ресницы, и когда мы их красим, реснички, они очень близко к слизистой находятся, и мы задеваем все равно. На ресничках попадают вот эти вот с глаз, да, там, выделения. Поэтому... Все это там может размножиться, и получится, что мы глазком своим можем нанести вред. Поэтому тушь 2 месяца, и от нее избавляемся. Это все под заказ.
У меня распробовали ее клиенты. Недавно была у нас акция, летом, по-моему, с этой тушью. Она была так, по такой низкой цене. Все набрали, теперь она всем понравилась, и люди ее с удовольствием заказывают. Еще взяла один тыквенный пирог. Это крем, его не надо есть, его надо мазать на ножки. Очень классный крем. Я уже его несколько раз потестила, сразу как получила. Я всегда стараюсь открыть новинки, даже если у меня еще не закончилось то, что было. Я всегда открываю новинки, сразу ими начинаю пользоваться. Ну, во-первых, для того, чтобы просто кайфануть. Я люблю новенькое. А во-вторых, для того, чтобы поделиться своими не первыми даже впечатлениями, а уже какое-то время нужно попользоваться продуктом, чтобы до конца его понять, насколько он классный или нет. И вот про этот крем я скажу, что он классный. Его можно смело заказывать и в подарок, и себе, и сейчас... В осень это очень хороший презент. Просто если вы хотите кому-то сделать просто приятное, можно прийти не с шоколадкой, а с таким вот кремом. Так, здесь под заказ помады. Не буду открывать. Это серия стойких помад. Помада-карандаш, да, такие, которые тоненькие выдвигаются. Это заказала клиентка. Кстати, она еще и набор заказала. И что-то здесь еще ее. А что еще? Тушь. Да, тушь. Та-дам! Это мой любимчик. Вот что угодно мне пусть кто хочет говорит, но мне кажется, во всем мире нет лучше масла, чем вот это. Объясняю, почему я так считаю. У меня есть одна очень классная знакомая, и ее дочь практически живет во Франции. То есть она половину времени живет во Франции, половину в России. И она привозила раньше оттуда масла для волос своей маме. И как-то раз получилось так, что у нее масло закончилось, и я ей рекомендовала наше масло Элио, которое было в предыдущей упаковке такого ярко-желтого цвета. И когда она попробовала это масло, то она сказала, что оно лучше, чем французское. Дала попробовать дочери, та у нее это масло забрала, говорит, мама, ты себе новое закажи, потому что я теперь во Франции масло покупать не буду, я буду тоже заказывать в Oriflame. Ух ты, какой у нас листопад начался, обалдеть. Вот, но когда я попробовала масло ночное эликсир Элио, оно мне понравилось в 10 раз больше, даже в 100 раз больше, чем то желтое. Поэтому я не знаю, что там делают в этой Франции, но вот в Oriflame делают очень крутое масло, которое мне безумно нравится. И осталось совсем чуть-чуть. Я взяла себе подводку. Как я уже говорила, если вы смотрите мои видео, то вы знаете, что я планировала ее заказать. Это новая подводка серии OnColor. OnColor, не знаю, как правильно. Смотрите, какая у нее кисточка. Я раньше брала подводку из этой серии Colorbox. Смотрите, чем она отличается. Если я ее вот так вот надавливаю, то видите, только кончик сгибается, и он упругий. Если в той кисточке она вся мягкая была, кисточка, вот эта щеточка, то здесь только кончик, а остальное все такое плотненькое, упругое. Это не пластик, да, это просто какая-то вот такая вот щеточка интересная. Как она классно рисует. Смотрите, тонюсенькие стрелочки, сейчас еще наберу, а то я все уже на пальцах оставила. И тонюсенькие стрелочки, и можно потолще нарисовать, и с изгибом, и так, и сяк. То есть этой кисточкой я, когда ее потестила в бизнес-центре, я поняла, что она какая-то нереально классная, и я ее хочу. Вот я ее сразу заказала, сейчас побегу руки мыть. И вам тоже рекомендую. И осталось у меня два продукта. Это пробник, я взяла новый аромат Eclat Style, стиль или Style, класс, стиль, наверное. Будет. Новый мужской аромат. Сейчас попробуем. И вот такой бальзамчик тоже у меня заказали. Это бальзам для губ с ароматом дыни. Кстати, рекомендую хорошие бальзамчики. Итак, потестим мужской аромат. Буду пахнуть мужчиной. Мне просто интересно, как он раскроется. Кстати, рекомендую ароматы тестить вот на этих пульсовых точках. Вот здесь, вот, где у нас пульс, мы проверяем. Это самое горячее место, где вот пульс проверяют, здесь ближе всего, да, кровь проходит. И быстрее аромат согревается, и быстрее раскрывается его серединная нотка. Поэтому, когда вы тестите ароматы с клиентами, то сделайте тесты на вот таких местечках, чтобы они быстрее раскрылись, и человек услышал не верхнюю ноту, которая иногда бывает не такая прекрасная, как сердцевина аромата. Нет, по-моему, я такой не люблю.
Но он очень свежий. Какие-то нотки в нем такие свежие. Но я немножко другие люблю ароматы. Мне вот реально нравится вот Excite Force. Обалденный, мне очень нравится мужской. Вот новый Legend, там с чем-то новый. Именно мне понравился, бесподобный. И мне нравится Happy Diesel мужской. Просто нереально классные. Так, все, здесь у меня каталог в заказе. Каталоги надо обязательно брать. Ой, это, кстати, текущий каталог еще положили. Наверное, перепутали. Ну, окей. Итак, вот такой классный заказик. Я надеюсь, мои рекомендации вам будут полезны. Особенно помните, что Новый год не за горами. И уже сейчас можно делать небольшие запасы для того, чтобы быстро реализовывать пожелания наших клиентов. И желаю вам успехов, классных покупочек, участвуйте во всех акциях и рассказывайте об акциях своим клиентам. Кстати, как я делаю, когда у меня клиенты хотят вот такой набор, а чтобы его заказать, нужно заказ из каталога сделать на 500 рублей. А, например, если им не нужно ничего, я рекомендую предложить каталог посмотреть коллегам по работе. Или взять домой, полистать там с родственниками, с кем-то, или с соседкой, или с подружкой. И таким образом люди выполняют акцию, а у меня увеличивается заказ. То есть я не сама напрягаюсь, думаю, как человеку помочь там получить такой набор со скидкой, а я помогаю человеку собрать заказ, чтобы и он получил возможность взять набор со скидкой, и у меня увеличивается заказ в объеме. Вот, может быть, вам это тоже будет полезно, как совместные закупки, это, ну, вообще классная такая тема. Вот, спасибо вам огромное за внимание, желаю вам хорошего, классного каталога, успехов во всем, до новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока. GoPro стоп-видео!